Всем привет, друзья мои! С вами вновь мобильный репортер. Как обычно, мы вам покажем самые свежие и самые интересные видеоролики, присланные нам на этой неделе. Некоторые из них, как видно, сняты в Магадане. Происхождение других тайно покрытое мраком. Но в любом случае, нам их прислали, мы вам их показываем. Готовы? Поехали! Многие из нас уже в самом юном возрасте не могут поднять себя с дивана и сказать: «Ну все, сегодня я иду на каток». А что уж говорить, когда наступает 30, 40, 50, тогда и начинаются всякие разные болячки и тому подобные гадости. Тем не менее, есть с кого брать пример. Смотрим далее. Ни для кого не секрет, что как только в Магадане выпадает снег, сразу появляются любители валить боком вокруг телевышки, оглушая окрестности диким ревом тюнингованных движков. Все это видят, все об этом знают, но никто не может навести порядок ни служители закона, ни жители близлежащих домов. А на самом-то деле решение очень простое. Ребятки, вперед на прииска, дрифтовать на бульдозерах. Здоровье, развлечения – это все мелочи, когда очень хочется кушать. Вот так и в следующем ролике. Рыжая плутовка, видать, сильно оголодала, потому что ничуть не боится рыбака. Чувство самосохранения наглухо перебил вид живой, трепещущей на льду добычи. Патрикеевне и хочется, и в то же время она понимает, что сидит перед ней человек, самый опасный хищник во всей дикой природе. Тем не менее, в этом раунде битвы за жизнь голод взял верх над осторожностью. И следующий герой нашей передачи тоже житель бескрайних северных просторов, которого порой может найти только опытный и очень удачливый охотник. Тем не менее, этот чрезвычайно пугливый и осторожный зверек иногда ловится даже на удочку. Вернее, на то, что можно поймать на эту удочку. Мойва, которая еще даже не успели достать из-под льда, привлекла внимание песца. И уж настолько она привлекательна, настолько вкусна, что он не может сдержаться и от нетерпения только подгребает лунку. Вот ты наглый, а? Вот ты наглый, что ты будешь делать? Как так можно? Ну нельзя быть таким наглым. Парень, не нагрей так сильно. Ну ты наглый, а? Как так можно? Не ешь! Не ешь! Не ешь! Фу! Это моя мойва! Моя рыба, говорю! Моя! Лунка моя, рыба моя! Ну ты кадр, ладно, бери, бери. Молодец, считай, что выкопал. Это тебе за фокус с выкапыванием. Ведь не зря говорят, вера она объединяет. Объединяет настолько, что даже в крещенскую прорубь окунаются не только представители христианства. Мне представляется, что это видео должно вселить надежду в сердца всех тех, кто знает, что в конце концов все верой будут объединены, окунуты и напоены горячим чаем. Еще и тапочки с полотенцем выдадут.
Аллаху Акбар! А на этом у меня все. Что хотел вам сегодня показать, все показал. Мы с нетерпением ждем ваших роликов, а вы, надеюсь, выхода нашей следующей передачи. Напоминаю, что прислать их можно по WhatsApp на номер 8-914-859-90-60. Отдельно напоминаю, что все наши передачи можно посмотреть на YouTube-канале МТК Видео. Просто открываем браузер, набираем в поиске МТК Видео, подписываемся на канал и смотрим каждый день не только нашу с вами любимую передачу, но и самые свежие новости. С вами был мобильный репортер. Всем пока!